Летние каникулы – не повод расслабляться. Девиз участников всероссийских соревнований «Планета аэробика». Они в прямом, а не в переносном, не покладая рук и ног, оттачивают каждое движение. Попасть в сборную России – не детская мечта юных спортсменов. Всероссийские соревнования, которые очень важны для детей, которые только начинают свою карьеру, для тех, кто уже состоялся как мастер спорта, и для тех, кто хочет стать, ну, может быть, членом сборной команды страны. То есть всероссийские соревнования – это классификационные соревнования. Здесь выполняются разряды, здесь подводятся какие-то итоги прошедшего учебного года. Здесь представлено, наверное, порядка 20 городов из различных регионов. Самый крайний город в направлении Востока – это город Омск, это сибирский город. Есть город, города Урала, Екатеринбург, есть Пермь, есть Приволжский федеральный округ, есть Москва, Московская область. Поэтому очень приятно, то, что, несмотря на то, что конец учебного года и как бы дети готовятся к экзаменам, эти соревнования смогли собрать такое большое представительство, как спортсменов и тренеров, так и судей. Главное не волноваться и выступить на все 100, просто зажигать на площадке. Я хочу пожелать себе удачи, самое главное, чтобы вообще не волновалась. Ну и самое главное, ничего не завалить и все сделать. Понравились ваши юные спортсмены, вот категория 9-11 лет. Очень достойно выглядели взрослые ребята, 18 лет и старше. Видно, что это студенты, но которые имеют очень хорошую профессиональную подготовку. Поэтому в Башкирии очень хорошая, такая достойная, сильная команда, которая может побороться за призы. И я думаю, что ваши ребята будут стоять на пьедестале.